Всем привет, и с вами я, Тень, и сегодня тестирую печь большого Би в игре Pixel Gun 3D. Но сначала не забудьте поставить лайк под это видео, а также не забудьте подписаться на мой канал. Конечно же, если говорить официально, то получится печь Биг Баста. Однако, если говорить про самое правильное название, то получится микроволновка Биг Баста, потому что это и есть микроволновка, ведь же печка это как бы с трубой. А это без трубы и работает от электричества. Собственно, это и есть микроволновка. Ну а теперь давайте об огневой мощи. Огневой мощи у нее очень много, потому что она может уничтожить игрока с одного выстрела. Но это не всех. И это в зависимости от какой брони и какой модуль установлен. И еще до этого видео я уже, наверное, 100 раз протестировал эту печку и понял, что она не дотягивает полностью до 6 звезд. Да, я, конечно же, в заставке видео сделал 6 звезд, но вот здесь вот я говорю, чуть-чуть, но не дотягивает. Вы также спросите, почему? Ну, во-первых, она бьет по горизонтали, потому это дает какой-то шанс противникам, которые имеют джетпаки, к примеру. Ну или просто прыгают. Да, я, конечно же, не откажусь. Если вы попадете, конечно же, по игроку этим блинчиком, то вы сами из него блинчик сделаете. В общем, давайте подведу итог. Она очень мощная, очень крутая, часто используется, ну и вдобавок, когда используют джетпак, то это вообще какая-то печенюшная бомбардировка получается. Так что блинчиков из врагов получится много. Хорошая вещь. Если у вас появится возможность, то берите. Но я же советую вам досмотреть ролик до конца и понять, в чем тут суть дела, в блинчиках или в бомбах. Ну что ж, а я благодарю всех за просмотр этого видео. Не забывайте ставить ваши лайки и не забывайте подписываться на мой канал.